Всех приветствую на канале Ярославский огород. На календаре 9 марта, и сегодня у меня на канале очередное видео про выращивание экзотических растений в домашних условиях. Мандарин, который продается у нас в магазинах под торговой маркой «Националь». Мандарины вкусные и имеют достаточное количество семечек. Посадил 4 семечка в грунт 15 января с предварительным замачиванием в обычной воде в пластиковой бутылке в течение недели и просто накрыл обычным прозрачным пакетом, чтобы не испарялась влага, и получил мини-парничок. Почти полтора месяца не было никаких движений, и я уже собирался использовать землю под другие культуры. Однако решил дать еще пару неделек форы мандарину «Националь». И каково же было мое удивление, когда сегодня, сняв пакет, я обнаружил один, но сильный, темно-зеленый побег мандарина. Это событие меня очень порадовало. Подписывайтесь на канал. Новое видео смотрите каждую пятницу в 20:00 по Москве. Всем пока и удачи!